Я сижу на пуфике, и мне пофиг. Лена, а под тобой не пуфик. Потому что пуфик – это предмет мебели для сидения одного человека. Без спинки, без подлокотников. С мягким или полумягким сидением. Которое может быть откидным или съемным. С расположенным под ним отделением для хранения вещей. Сиденье круглое, прямоугольное или квадратное. Каркас может быть полностью закрыт тканью. Ножки короткие. Может использоваться вместо банкетки или как подставка для ног. Бескаркасный пуфик называется креслом-мешком. А мне пофиг. У меня тюнингованный пуфик. У меня крутой навороченный тюнингованный пуфик. А мне пофиг.